Ого! Вот это класс! Ей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас Думыч и Тучка Профит, Заварной кофе. Анварор Вовна, Маквейд, Фуфло, пацаны, поздравайтесь! Ой, всем салам алейкум, братья! Да-да, я тот самый Заварной кофе. Всем привет! Всем привет! И однако, всем здравствуйте! Ребятушки, всем нравится рубрика, когда мы разрушаем постройку, а пацаны на ней выживают. Если тебе кушать, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Ну что, пацаны, вы готовы? Кто останется последний на этой постройке, будет следующий ломать это здание. Так, ну что, начнем? Возьмем CSGO оружие, будем просто отстреливать перемычки. Я сегодня хочу сделать это необычно, хочу с верхних перемычек начать. Не надо. Так, мне интересно, что мы обычно нижний ломаем, сегодня будет верхний. Ой-ой-ой, это было прикольно, кстати! Ха-ха-ха, офигеть! Вот это класс, кстати, это было очень весело. Так, давай, опа, первый пошел. Все, слился. Отлично, отлично. Еще стрелять, типа, еще. Я сейчас сделаю, не переживай. А, он там ломает, что он, это, уходите. Сейчас. О, давайте возьмем эмочку. Будем эмочкой стрелять, мне кажется, будет. О, класс. Дима, ты че? Еще один ушел, класс, еще... Так, подождите, пацаны, не залетать. Так, это уже трое, да, получается, слились? Отлично. Да, это все. Дима, не стреляй. О, папа, давайте вот эту перемычку разломаем. А, Дима, надо Дима. Так, не могу попасть. Сейчас, будем просто... Дима, давай есть. В ту сторону, чтобы у меня это, я не упал. Не, ты упадешь в любом случае. Опа, смотрите, что делается. Ой-ой-ой. Переклонилась. О, я перепрыгнул. Я же... Молодец. Прыгай, Фредди. Давай. О, давайте возьмем. Вот это возьмем. Поля мощнее уже. Я не умру. Эй! Так, кто последний упал? Я видел, последний упал. Думыч, да, последний? Да, я упал. Ну что, Думыч, теперь ты будешь начинать. Загрузить, залетаем, пацаны. Думаешь, можешь использовать любое оружие, которое у нас есть? Окей. Так, ребятушки, теперь я хочу еще раз выиграть, чтобы еще повалить это здание. Ну что, давай, начинай, все готовы. Так, я возьму миниган. Давай. Дима, да. А ты проиграешь в самом первом раунде? Не, я должен затащить. Точно? Конечно, я буду с пацанами тут и Тучкой, и Фуфло. Мы тут будем... О, все в одной комнате тусуемся. Обратимся, все вместе упадем. Что-то здание, я слышу, начинает где-то там разрушаться. Здание начинает как-то попёрнуть. Ребята, не забываем ставить лайкосики и подписываться на канал. И кто хочет с нами записывать, загоните наш дискорд. Ссылочка в описании. Не, в СВП. Не, я все-таки, наверное, тут буду, пацаны. Если мы сейчас все вместе упадем, это будет стрёмно. Он как раз-таки тут ломается. Опа, я вижу. Зашаталось здание неплохо так. Ой-ой-ой-ой-ой. Один упал. Так, первый слился, отлично. Давайте. Так, да, все хорошо. Тучка. А! Есть, я стою! Ха-ха-ха, я не упал! Нет, я упал! Стой! Есть, я ухом держусь, это как-то возможно вообще? А! Ухом! Нет! Ну все! Да я поддался, ну! Давай, думай, сломай дальше. Так, ты всегда сдаешься. Я знаю! Ого, отлично. О, одним выстрелом все. Смотрите, что делает, как красиво разрушил здание. А нет, оно еще как-то держит. Каким образом оно вообще держится? Живи. Это круто. Так. Живем. Отлично. О-о-о. Так, ну кто последний упал? Я видел, последний упал. Упал вот этот вот. Маквейд. Нет, стой, Дима, и Тучка еще. И Тучка? Ну и все, и Тучка, получается, выиграл, раз он там остался один. О, хорош. Все, и Тучка, давай, теперь ты будешь начинать. Так, загружаем. Надеюсь, в этом ролике, может, пацаны, вы даже все и успеете. Главное, что тащить хорошо и не проигрывать. Так, а вы готовы? Да, мы готовы. Давай, покажи вещи. Только ты ж не быстро ломаешь, чтобы все-таки кто-то выжил. Я что-то первый раз, так что буду пока что нормально. Давай. Ты можешь лазерные мечи и бензопилу взять, всякое такое. Дима, один уже слился. Сразу? Да, он умер, вот этот вот Анваровна. Опа, пола пошла.
Что-то я... Ой, отлично, все, буду тут стоять. Все-таки, раз тут и тучка выиграл, я тоже тут хочу потусоваться. Я буду не умирал. Я просто не успел. Дима, у нас везунчик. Да, я знаю. Я буду тащить. Я должен затащить. Ой-ой-ой, что танцы, смотрите. Ой, беги. Ой-ой-ой-ой, это вроде бы нормально. Да, уходите, пацаны, отсюда, уходите все. Я буду один тут выживать. А ну кыш, Дима, мое место. Нет, мы должны вместе выиграть. А, уберись. А что ты так переклонилась? Ну, пилит, бобер, пилит. Вот так буду стоять. Так есть шанс вот так вот затащить. Давайте падайте уже побыстрее. Не-не-не-не-не. Я буду тащить. Тут есть одна такая опора маленькая. Во, вот так буду стоять. Такое ощущение, будто бы какой-нибудь злой монстр кушает. Блин, ну все, я проиграл. Я отскочил аж. Так, еще их двое, а нет. Я успел. Что, один остался? Думач? Я остался. Все, Думач, ты еще раз будешь. Или можешь свой ход кому-то другому из пацанов отдать. Дай мне, Думач. Нет. Или сам, или кому-то, как хочешь. Нет, я еще хочу. Ну давайте, пацаны, все равно еще у нас... Еще даже пол ролика мы не записали. Так что еще куча раз будем уничтожать. Нет, ты чё упал? Ой, я упал случайно, стой, это не считается. А я сейчас, кстати, умру, у меня мало 10 кп уже. А, ну не умрешь ты так. Надеюсь. Уверен? Так возьми жизни, полекайся. Так. Там в Entity есть. Опа, пошел. Давай тебе не смотреть, как он там разрушает. Отстреливает. Так, я вижу, он тут час ломает. Так, а чё, уже один слился? Да, Маквей. Один упал. В самом начале. Полурахитос, все хорошо. Ой, Дима, ты не стой так на краю. Я Дима, знаю, это опасно. Посмотри в окно. А что там? Посмотри в окно. Не, в другое. А, я вижу. Да. Блин, напоминает иди тот мем, где be continue, типа ломаешь постройку, а потом все падают. Во, вот так я тоже буду тут стоять. Мне кажется, мы это с тобой здесь выживем. Хорошая тактика. Нет. Так надо. Ой, Дима. Ой-ой-ой-ой-ой. Тихо, стоп. О, спасибо, что лечишь. Так тебе тоже. Не, мы выиграем. Надо на контриле сидеть, тогда она как-то меньше телепает. Так, перезарядка. Отлично. Шатается нормально. Так, здание. Ой-ой-ой-ой! А чё мы? Так, кто последний упал? Я живой. Я на балкончике. Я видел, что Забони, кто играет. А не вот, еще один у нас есть. Заварной кофе. Все, заварной кофе, ты победитель. По жизни. Мочите его. Ладно, все, пошутили и хватит. Заварной кофе, давай. Ты еще ни разу, да, в этом ролике не разрушал? Да. Ну все, давай, погнал. Любое оружие можешь брать. Так, сейчас. Какое хочешь. Только не перепрыгивай. Кстати, вот это вы на крыше стоите, это обычно вы и проигрываете. Потому что насчет телепации вы сразу слетите. Лучше так в здании стоять. Где стенки есть. Не, мы его обманываем. А, понял. Ну все, давай, заварной кофе, покажи вещи. Опа, пошел отстрел. Кстати, надо в следующий раз будет, знаете, что сделать? Базукой жахнуть, чтобы оно загорелось. Я хотел так только что сделать. Давай заварной кофе, лопани базукой, чтобы гореть начало. Мы будем в горящем здании выживать. Дима, смотри, куда я залез. А где ты? Вот и мощный. Я вот, кстати, легко залезть. А, вижу. Один раз челик, он в такой штуке упал. Ой, горит или не горит? Вроде бы не горит. А я хочу выжить. Горит. Тихо. Я выживу. Надо сюда. Нет. Я живу. Я в стекле стою. Это считается, как будто мы проиграли. Я на доске. Что вообще получилось? Из другого здания дом сделали вообще. Ой, а мне надо хилиться. Не, ну мы, пацаны, наверное, вот это, кто мы втроем здесь, мы проиграли. Это 100%, потому что уже все. Все, молодец, доказал. А кто ж выжил последний? А я горю! Я еще живу! Я на стекле стою! Где? Вот он, вот, и подойдите ко мне. Вот я скелет, вот смотрите, он тут. Уже умер, у меня один хп был. Ну что, фуфло тогда, получается, выиграл? Да, фуфло, победитель. Фуфло, а ты уже уничтожал здание? Нет, это первый. А, ну все, давай, полетели. Я же хочу, чтобы хотя бы все по разу были. Один раз за О, пошел отстреливать. Ой, так, надеюсь, все-таки я затащу. Я так хочу выиграть в этом ролике еще раз. Взорвать это здание. Я тоже хочу взорваться. Вам сейчас будет пипец, потому давай, что поджигай. Я беру... Ага, я понял. Дима, как в прошлом ролике делает. У него было 39 киллов с класса по одинаковому. У меня стало 40, и, короче, я проиграл. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, колбасит, нормально так.
Вы живые, вы живые, пацаны. А что я один из двух сразу? Ты живой. Так, хорошо, стоим. Тащим. Ой-ой-ой, это колбасит. У меня какие в хате живой, стоят. Живой. Мы умные. Эй, не летай, не летай, я вижу, и тучка улетает, ты мешаешь. Я смотрю на вас. Ты эй, ты мешаешь. Я смотрю. Так, я, пацаны, профит как-то висит. Из-за варнокофе в воздухе висят. Я застрял в текстурках. Я тоже. Это что за цыганский фокус? Поясните мне. Не знаю. Так, за варнокофе, только ж не нас мочи, а других пацанов. Опа, на голову упал, отлично. А мне там, если попробую. Один челик есть. Нас еще тут четверо, кстати, в этой части. Сейчас к нам как граната залетит. Не, мы не... А, чуть не упал. Опа, Дима. Ого, там доски летят. Просто подсказку. Вот сейчас прилетит гранат. Не надо. Эй! А, пацаны, прощайте. Я последний. Ничего себе. Кто последний получается? Я последний. Профит. Ну все, профит, давай, согласен. Загружаем. Пацаны, залетаем. Профит, покажи вещь. Ты же еще ни разу не уничтожал? Нет. Ну все, давай. Ого. Тихо. Что, даже не отнылось? Не-не-не-не-не. Ты что это? Пякарь измазался. Мальчик. Так. Перезарядка, парни. Давай-давай-давай, пошел процесс. Посмотрим, что он там делает. Не вижу отсюда. А я хочу выжить, что мне потом... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, отлично. Я не умру в планете. Пацаны, здорово. Да я не вижу. Напоминает Титаник. Красиво, красиво, наклоняется здание. Ой-ой-ой, на стекле еще, мы в воздухе еще не и тучкой стоим, выживаем. Выживаем. Так, еще четверо человек, вижу, есть. А, все, мы с тучкой умерли. Я живу, я живу, я живу, я живу. Я тоже живу. Я тебя подхилю. Я живу, я на стекле еще стою. Ну что, кто последний остался, пацаны? Их двое. Их двое. Ну тут кто выше, вон, Маквы. А, все. Все. Кофе последний был. Ну все, давай. Заварной кофе хочешь, кому-то можешь отдать. Дай мне, пожалуйста. Давайте, кто еще ни разу не разрушал, пусть поразрушает. Давайте я Егору, как его? Я не разрушал. Егору ГГ, вот. Ну, Егор ГГ, давай, давай ты будешь, хорошо. Покажи вещь. Давай поджигать ее, подожги, чтобы она горела. Я хочу, чтобы именно реально было прикольно, прям жесткий такой, знаете, челлендж. Дима загорает. Дима сыграл, вот. Я буду ниже выживать, обычно все пацаны там трутся, я буду здесь. Чё, у меня? Я тоже могу. А не, наверное, все-таки поднимусь. Вдруг начнет эта часть гореть здание. Ой, Дима, ты что там делаешь? Да я поднимаюсь. Как-то оно очень странно здесь работает. А оно сильно пикует. Застрелится сука. Что это такое? Красиво, красиво разрушается. Ой-ой-ой, пацаны. Ой-ой-ой. Очень больно. А! Еще чуть-чуть бы я упал. Не-не, нормально, нормально. Давай руку, Дима. Да не, все хорошо. Если что, рука помощи тебя ждет. Не-не-не, я тут затащу по-любому. Это вы проиграете, я буду тащить. Это очень хорошая точка для выживания, сейчас увидите сами. Ну давай, давай, посмотрим, какие, давай. Что там, патроны кончили? Не, ты что, подойди чуть-чуть поближе, я сейчас кину. Ой, да я еще это, живу, я нормально. Если Дима упадет, он как всегда поддавал. А ну, могу стекло разбить? Нет, он не разбивается, кстати, стекло. Сейчас. Ой, что со мной? Как я пролил? Да что? Что такое? Это... Да это баг. Я живу. Я живу. Мне интересно, загорится от коктейля Молотова здание или нет? Я просто живу. Дима, посмотри, где я, Дима, просто. Пошли, пошли. А где я? Вот я стою. А, я вижу, нормально. Так, я хочу ему помочь, только поджечь. Чем я поджечь можно? РПГ, РПГ можно поджечь. На мне думать стоит. О, что-то не загорается все равно. Отлично, отлично. Пойдет. Парни, пойдет. Я стою. А, как? Нет, ты. Отлично. Ой-ой-ой, колбасит как. Я вот на этой штучке остался, подождите. Вот на этой маленькой штучке. Дугай последний. А вот тут стоял.
Такая, все, 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 хватит. Так, ставим вот такую вот бомбочку. Дима, не надо, пожалуйста. Не, эта бомба, она не взрывает, она поджигает. Я хочу, чтобы сегодня именно немножечко повыживали в горящем доме. Это будет прикольно, кстати. А, ребят, пожалуйста. Да не, нормально все. О, пошел, пошел процесс. Все, поджог. Давайте просто понаблюдаем, как оно будет все гореть. Пацаны, вы там слышите, как под вами огонь уже идет? Да, да, да. Я его вижу. Ой-ой-ой, жестко загорелось, жестко. А, тут горит уже. О, до вас даже дошло уже? Нифига себе, смотрите, окно загорелось. Я сижу здесь. Ребята, обязательно поставьте лайкосик, обязательно, потому что мы записываем очень эпические ролики. Я буду снимать до последнего. Что там, огонь не распространяется на вас, не? А, нет. Пока весь просто горит. Даже не буду больше ничего делать, будем смотреть. Эй, ты что стреляешь, я бомбу кину, будешь стрелять. Давай. Не, не буду, не буду, я же хочу посмотреть, как вы будете умирать. Дима, я тебе корсар 5 кину в туалет. Не, не надо. Опа, я вижу, уже там загорелось. Все-таки пошел огонь, красиво пошел. Ой, подлагивает что-то. Думай, что уходи. Нормально. Нормально, я вижу, все четко. Даже боюсь подходить туда. Ой, красиво. Давайте возьмем камеру в руки, чтобы ближе это все видеть. Думай, что уходи. Ой-ой-ой, красота. Так, еще пока мисс не идет эту часть. Нет, у нас есть огнеутошлитель. У меня 6 хп, я чуть не сгорел. Отлично, отлично. Распространяется хорошо прям. Дима делает красивые снимки. Ух, оно сгорело, все. Это, она ворна, возьми аптечку. Дима, давай еще. Еще? Давай, да. Что-то слабо. Хорошо, давай. Не надо. Не надо, не надо. Не падаем, падаем, давайте. Я ее прям в огонь кину. Все, пошел процесс. Ой-ой-ой, ребята, зря вы это захотели. Уходи, уходи. Ай, я упал. Вот это же, смотрите, куда пошел огонь. Ой, сильно жопа горит у меня. Тихонько, тихонько, жопа не горит. Ой-ой-ой! Дима, фоткай нас, фоткай нас. Да фоткаю, я не фоткаю, я вас даже снимаю. Да ну, да ты что? Мама, я в ютубе. Согласен, я тоже в ютубе. Еще поставил одну. Дима, отходите, отходи оттуда, да, сейчас будет взрыв мощный. Все, я тебе сейчас в огонь, чтобы было эпично. Жестко! Вот это жесть! Дима, ты что творишь? А я не сильно. Я не знаю, я упал. Вот это сейчас будет веселье, пацаны. Я так эффектно вышел за окно. Не надо, не надо. Вот это класс. Че такой жесткий? Ты че такой? А все нормально, пацаны, я вижу, вы еще выживаете там. Я упал, я упал. Не, вон двое, смотрите, сидят там, чиликов. Жесткая битва, жесткая битва. Ой-ой-ой, красиво. Я умру, что я умру. Петунчика, живи, живи. Отходите, отходите. Спасибо. Благодарю просто. А ты кидок, Дима. А я не сильно жахну. После последнего умер, ему выиграл. Дима беспощадный. Залетайте на здание, а я просто маленькую бомбу взорву. Реально маленькая, она небольшая будет. Не, серьезно маленькая, вы увидите, не будет мощного взрыва. Корсар первый примерно. Да, давайте первый корсар. Смотрите, у нас есть там разновидность бомб. Допустим, есть SC-250. Это реально слабенькая бомбочка. Мне страшно. Все, отходи. Это... Так, вы готовы? Да, готовы, давай. Нет, я не готов. Ого! Да ты никто не выжил. Никто не выжил? Хорошо, залетайте еще раз, сейчас будет мощная бомба. Так, ребята, а теперь мы делаем эпический взрыв. А не, сейчас тоже будет небольшая бомба. Да не надо! Ладно, давайте что-нибудь возьмем безъядерный взрыв. Ядерный взрыв не будем применять. Вот такую бомбу, мою любимую. Китошка, давай обниматься. Давай, на прощание. Она мимо, ты дурочка что ли? Она мимо пролетела. Вот так, давайте поставим, чтобы она уперлась прям. Да. Вот сзади бомба хорошая. Вот, все, хорошо, полетел. О, смотрите, здание толкает. Живу, живу, живу. А что она не взрывается? Ха-ха-ха, прикольно. Ой, сейчас вылетит Гаррисмод. Гаррисмод, не вылетай. Зависла игра. Нет, просчитывается. Нет.
вылетела на рабочий стол. Да, вылетела. Да, ну короче, победила дружба реально в этом ролике. Если вам понравилась эта серия и она вам подняла настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока.